Здравствуйте, девочки-ребятишки, с вами снова я, Андрей. И сегодня я должен... мы играем в Майнкрафт, но мне нельзя использовать вообще ничего. То есть ни кровать, там ни топоры, ни верстаки, ничего. И мы должны так выжить. Окей, тогда побежали, короче, друзья. А, и забыл сказать, мы еще с вами находимся на хардкорной сложности. Поэтому тут вообще будет капец полный. И что я предлагаю сделать первым, это помочь зомби остаться без еды. Все, это мы сделали. Погнали дальше. Поскольку нам нельзя использовать вообще ничего, даже дубовые доски, вообще дерево. Поэтому вот. Так, что можно, в принципе, поделать, когда в Майнкрафте ничего нельзя использовать? Правильно, ничего. Поэтому пошлите просто... ну, кстати, можно убить ее руками, поэтому овечка. У нас сейчас очень плохой интернет, я вам так скажу, поэтому я сейчас овечки, когда их бью, улетают в космосе, поэтому... овечки-космонавты только сегодня и только у нас. Вот. Так, блин, уголек вижу, но мне его добыть нельзя. Так, давайте под этим роликом наберем как можно больше лайков. Вот, потому что я очень стараюсь. И, короче, друзья, сейчас я хочу дождаться ночи и там посмотреть, как мы будем выживать. Как только нас замочили, ролик заканчивается, потому что, ну, это хардкор, как бы. Ну, тут вы понимаете, да? А, пчёлка, испугался, чуть не упал. Так, окей, куда можно сходить? Ой, простите. А куда? Я не знаю. Не обращайте внимания, друзья, что у меня блок земли сейчас в руках. Мне, чтобы подняться, пришлось его добыть. Но как бы все равно мне нельзя его ставить, поэтому я могу с ним максимум сделать вот это. То же самое... нет. Даже если мы добудем дерево, то мы можем с ним, конечно, ходить, но мы его выкидываем сразу же, потому что он, в принципе, бесполезен будет. Окей. Так, что можно поделать? Опять же, если тебе нельзя вообще ничего, друзья, использовать. Напишите в комментах, что бы вы делали. Я бы, например, вы сейчас увидите, что. Пойду просто убить дерево. И хочу, чтобы у меня выпало... Подождите, а нам же покушать нельзя будет тоже. Об этом я как-то не подумал. Ничего, что-нибудь придумаем. Та-т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 а
Он быстрее ломается, окей. Так, сейчас я предлагаю найти какую-нибудь шахту, например, вот такую, и пробежаться по ней. А нет, тут слишком страшно. Тем более у меня реалистичный Майнкрафт сейчас. Опять, ну, можем выкинуть песок, потому что нам его поставить нельзя. О, битва с коробками. Да, видимо, я сегодня либо от голода откинусь, либо меня замочат скелеты, зомби и так далее. Это вам не флэш, как в прошлой серии. Вот так бы у флэша везло, типа очень много коровок. Нати, 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 нати. На. Отлично. Мы ее замочили. Сырая говядина, но нам ее съесть нельзя, поэтому выкидываем. Да уж, суровый Майнкрафт теперь. Так, зазря, ладно, давайте не будем трогать коровок. Побежали наверх. И пока я забираюсь, вы можете поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать такие же классные и интересные ролики. Вот я забрался на вершину Эвереста, так скажем. Нет, это больше на Эверест, вот те, похоже. Ай, ну я так скоро отшибу себя. О, курочки. Первый удар, на. Эта курочка, друзья, в креатив зашла.
А все, на Гимо Сурвайвал прописала. Молодец, овечка. Стоять. Все, овечка, ой, тьфу ты, курочка уничтожена. Спасибо за курятину и перо, но это мы не можем использовать, поэтому выкидываем. В следующее время я просто добывал снег, потому что я не знал, что мне делать. И спустя какое-то время я понял, что скоро стемнеет, а я так и не сделал себе ныкалку. Так, друзья, я себе не сделал ныкалку, и сейчас я рекомендую прямо здесь же строить ее. Только не, я примерно вот здесь давайте лучше отбежим, чтобы было получше. И погнали копаемся. Так, все. А, забыл. Ну ладно. Сделаем вот такой вот проходик. Тут и нежданчик у этого проходика есть. Ну все, вот здесь будем. А, подождите, я ж мне нельзя застраиваться. Вот это проблематично. Подождите, а как нам тогда выживать? Если я даже нормальный домик не могу построить. Это жесткий я себе челлендж, так скажу, придумал. Надеюсь, мы сегодня хоть одного монстра сможем замочить перед тем, как нас замочат. Да, о, прикольный водопадик небольшой. Ой, я чуть блок не поставил, лучше выкинуть. Хотя это священная земелька, ну ничего с ней не поделать. Да. Там уголек есть, но, напоминаю, нам он не нужен. Тем более мы его добыть даже не можем. Куда же можно еще сбегать? Так, друзья, а теперь то, что я не хочу делать. И по... Нет. И пока создается новый мир, опять же ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ждем. Спустя 10 лет. Спустя 20 лет. Так можно бесконечно, короче, грузить. Ой, друзья, сейчас мы будем профессионально выживать. Здравствуйте! И побежали! Так, погнали на какую-нибудь гору и будем попрыгать там. Да, профессионально выживает, конечно. Ёлки, я чуть не упал. Пещера классная. Точнее, ужасная. Топора! Ты бессмертная, что ли? Выкидывай мясо, потому что оно мне пригодится. О, я хочу в пустыню. Побежали. Потом я 24 часа на 7 бежал в пустыню. И понял, что хочу искупаться. Так, друзья, вот я, короче, плаваю. Сейчас хочу сделать вот так. Может быть, будете укупывать топливников нету? И пошел дальше. Потом я 20 тысяч лет гулял по пустыне в поисках чего-то интересненького. Нашел кроличков и решил прикольнуться над ними. Но понял, что кролики от меня убегают буквально за пару секунд. Но я все равно хотел их поймать. А, нет, кролики все-таки не слепые. Ну, тогда побежали. Так, мы бежим, друзья. Видим кактус. Окей. Подождите, вот, друзья, вот опять вот там. Вот смотрите, у меня оптифайна нету. Вот там вот опять какая-то непонятная постройка. Я ее второй раз в жизни вообще вижу. У этих, в пустыне. Если вы знаете, друзья, напишите в комментах, что это за постройка такая. Я ее второй раз вообще в жизни вижу, что вот такая есть здесь, короче говоря. Давайте, конечно, посмотрим.
Еще раз. Тут, короче, типа колодца с водой, ну, типа, ты такой идешь, я не могу, это долгая пустыня, типа такой, о, вода, и пьешь. Прикольная задумка, да? Красиво очень, но я только второй раз ее в жизни вижу. Так, ладно. Тян-тян-тян-тян-тян. Смертельный танец, друзья. Тра-та-та, ля-ля. А теперь у меня вопрос, зачем я это сделал? А, не знаю. Поплыли дальше. Так, ныряем. Плывем, плывем, плывем. Выныриваем. Вылезаем и побежали. Паркур, шмаркур, все дела. Тра-та-та-та. О, ты застряла? Давайте помогу. Надь. Давайте помогу. Ава. На-н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 а. Я дикарь, я дикарь. Да-да-да. Я ведь большой человек. Нате. Все. Спасибо за опыт. Я чуть не поставила твой блок шерсти. Ты что, хотела закончить мой челлендж? Нет. Лата 4 так просто не сдается. Да. Паркур-шмаркур. Паркур-шмаркур. Неудачный. Паркур-шмаркур. И идем дальше. Осел. Здорово. Ну, будь здоров, осел. Я пошел дальше. Да, не каждый день такое услышишь и скажешь. Опа! Блин, я чуть не упал. Ну-ка. Фотомат, вылевка. А, вспомнил, я же это все равно добыть не могу. А, ну тогда побежали. Потом я 24 часа опять же на 7, это уже получается вторую неделю, бежал в поисках чего-то интересненького. И увидел гору. И захотел, да угадайте, конечно, на нее забраться. Вот, как это было. О, скала, давайте на нее заберемся. Сейчас я залезу на эту скалку. Будет, будет классненько. И сегодня, господа, сегодня будет жарко. Так. А, чуть не поставил этот блок. Так, как я покурить-маркурить буду, если я даже не могу их поставить нормально, эти блоки? Я только ломать их могу. Да уж, это минус, это минус. Ну, да потом я как забираться буду, не знаю. Это что-то за глюки начинается. О, уголочек. А дальше как, ёлки? Опа! Ну, все понятно. Ну, тут это, как конец я... Ой, темнеет. Темнеет, темнеет, темнеет. Это нехорошо. Поэтому... Good bye, my friends. А, нет. Тут тоже не заныкаться. А где мне заныкаться-то можно? Ладно, друзья, ждите вторую серию. На этом я буду заканчивать наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был я, Андрей, и всем покулики, до свидулики. Всем пока!